Во-первых, мы хотим сделать слепок Ирсултана ноги. Это будет выглядеть вот так. Надеюсь, у нас получится. Вот все необходимое. Не получилось. Ты долго, потому что... Я долго? Да. Это ты долго размешивала. Я ждала, пока ты сотку выпьешь. А можно еще раз попить? Нет, конечно. Почему? Да я ни хрена не понятно. Надо было сразу прям его ногу. Как они написали? 3 минуты подождать? 2 минуты. Ну мы же меньше 2 минут. Ты выложила, там минута прошла. Я в пакете долго пишу. В пакете долго пишу. Музыку слушает. Внимательно. Надышался. Смотри, дуркуй. Все, успокойся. Вот это веселит кого-то. Выход из ситуации. Как находиться на свежем воздухе. Баба танцует еще. Эрик пришел, принес продукты. Я его заставляю со своими пакетами ходить.
Ему это, конечно, не очень нравится, но надеюсь, мы к этому привыкнем. Майонез не будешь такой? Да, не знаю. Майонез никогда лишний не бывает. Тут уже что-то жрет под столом. Давай еще. Мама, манты делай. Не хочет больше? Ударил меня. То чистюркины, мы чистюркины, мы чистюркины, чистюркины. Занятие в 7 утра. Мне, кстати, понравилось, как я брови нарисовала очень быстро и аккуратно. Иногда, когда долго собираешься, даже такие не получаются. Да и весь макияж мне, в принципе, нравится. Хорошо потрудились. Теперь придется с таким макияжем пойти в магазин. Не бойтесь, я не злоупотребляю. За весь карантин, за весь месяц я иду первый раз в магазин. Мусор я не выкидывала, в магазин не ходила, дышать тоже на воздух не ходила. Я уже поставила хлеб в духовку, немного поторопилась и не дала ему постоять, подняться час. Он у меня где-то минут 20, наверное, максимум стоял, не знаю, что получится, сейчас посмотрим. Я думала, может, он в духовке хотя бы поднимется, но пока он не поднимается. Он уже в духовке 15 минут, еще полчаса. Здесь поднимется. Еще хочу попробовать сделать багет и такие булочки. В отелях обычно дают на завтрак такие вкусные булочки. С маком, с семечками какими-то или просто обычные булочки. В общем, будем дальше по ходу толстеть. Сегодня ели обычную еду, но у нас типа там к десерту. Скумбрия с хлебом. Ерсултан уносится по огурцам. А вот я вытащила мой хлеб. Он так особо не поднялся, видимо, потому что я поторопилась. Надо было еще дать ему постоять, как в рецепте сказано. Но попробуем. Запах приятный есть. Надо минут 20 хотя бы подождать, чтобы он полежал. Потом можно пробовать. Пробуем хлеб. Ерсултан все так же ест огурец. Вкусный хлеб. Нормально. Нормально.